Можете, можете смотреть стрим, но не этот, ну не флудите. Понял. Не ВКшка. А, престобав, точно, сейчас я дам престобав. Почта нужна. Блять, у меня нету КД. Да я поставил, я поставил. Ну, пиздец, не выписал, написал. Вайп, нахуй. Получается, что так. Че, первый дом? 10 секунд. Танчу у ворот. Аптик со спула даю истерию. 4, 3, закинул. 2, 1. Блять. Айвер вышел. Вышел. Один стак поймал, все. Вылагал. Идеальный карнас. Агарик по БР по идеальному. Угу. Иннер в него закинь сразу, да. Угу. Заберешь 4 стака? Кару вышел. Идеальный, подними кару. Так, ребят, давайте соберемся. Сноубольдов залейте. На карнете. Метку поставил. Карон. Вот сколько? 4. Давай заберу. Я достаю. Кару поднимите по хп, блять. Так бьем. Что делать? Ничего делать. 400 ка добиваем. Я забираю красного, ты зеленого. Милики в спину. Вставайте ему в стеночку. Блять, сноуболь там мне. Ножом, ножи. Инженеры, быстрее ножи. Кару резайте. У нас комбат сейчас. Сейчас да, упадет. Я попробую успеть. 5, давай. Нет, не успел. 2, долго отбивать. Геро. Поставь меточку на то. Да, нужно берите. Корнес идеально рядом стоит, слишком плотно. Невер, притворись. Агро. Да, скинул. Стойте, еще раз не задуло. Я забрал эту. По читам, смотрите. Где трюк, звездочка? Что вы делаете? Хорошо. Аптик со стерью закинул. Гарик, в тебя полетело. Мой сераур. А, не надо. Я отдался, сейф. Как будто грыжу быстро набрали. Я скинул. Милик, идите уже бейте второго. А там уже, там уже. Вот что? 100 тысяч добейте. Зачем подводишь? Она задувала уже. Все нормально он делает. Гарри Киннер по карне сюда. Ага. Ренжу только держи между собой. Я лучше не вижу. Сейчас будет. Да в лужу види. Все, в другую сторону поведу. Сейчас дует. Добиваем. На меня плюнуло, хорошо.
пингую, в какую сторону уходим по 4 альянсу. Выходит. Значит, 15% выходит, забирай. Меня вот. Дует. И, ну, закопался еще. С разных сторон. РДД, добьем черепочек. Милики, играйте в рево. 200 тысяч. Быстрее. Пока не прямого. Все. Отлично. Матерал. Закрою есть? Нет, нет, ничего. Закрою, да. Хорошо. Отлично. На хилов метки поставил. А дух готовьте. Тотема уберите. Наверди дух. Черепочек на кого? Абдецект. Пизда. Врезался во что-то. Давай забираю. Все с одной стороны нужно стакнуться просто. Стоять раздрозненно. Кстати, ауру льда поставь, карниз. Отбежали, аспект. Блять, лагаю. Сейчас включу. Дрейнер. Дрейнера. Тотема уберешь по пути? Отлично, врезался, дамажим. В упор, но вроде бы проходим. Сейчас надо хорошо залить его. Истерию на следующем будет. Аспект. Тотемы. Карнес. Черепочек, карнес, черепочек. Истерия закинул. А что, у нас скиллы с одной стороны стоят? Все нормально. Аспект. На Neverland. На ком? На мне, на мне, на мне. Все, добивайте. Должны уложиться. После этого бельса будет. Была уже хорошо. Мы после этого курить идем, да? Да, после этого идем курить, чем Герман. Прижимайся. Бейса. Ебать. 600 тысяч. Попробуйте. Абл даун, не знаю, аспект в D3. Блять. А, блять, нет, сейчас задует. Ну это пиздец. Блять, а вы не укараете, ребят, ну какой типа на первом этом вайпаться, блять. Боже, как вы все слакаете, я в шоке. Контенту 200 лет, вы до сих пор все слакаете, мне уже горит. Причем слакает, блядь, в труп врезался он. Да. Какого хрена Кару сдох вообще? Вообще непонятно. Его хилы не прохилили, как он сдох? Карнес. Так нет, он... Ну, кстати, Карнес, типа, почему типа ты стоял на первой фазе, типа, у босса, у жопа? В смысле у босса? На мне моб был, я подошел, все. Еще нет, резал ману, в чем проблема? Ну ты ману просто резал, и как раз таки не успел. Тебя сбил с ног, и типа ты... Так, стоп, да. Хер с ним. Ой. Торопитесь куда-то шмот получить или что? Все успеете? Да. Успеем 50-50 сделать, блядь. Просто если все сразу человек получает, он в Долоране сидит, потом кашет, блядь, и не... Ой, зайди лучше в инст, меньше торти. Ну, вообще-то я загружаюсь. Слишком много людей просто умирало. Логика, да? Понимаю. Ну почему нет? Не все типа в 245-м шмоте в бисовом сидят. Ну да. Ну вообще, если присмотреться, то толгородские плащи чуть-чуть уступают. С
50 на 50. Прям настолько мизерно, что нет смысла. Ты чё, вообще нет. Даже и близко не стоят. Где? В смысле, даже близко? Я смотрел кастерские, блядь, кастерские. Даже Столгороды из ПД больше. А гильны бисы вообще, типа, чуть-чуть уступает 25-ки ВК. 58. Чем оно бисовое? Тем, что тебе сурву вообще РПГ? А чего вы в центре не кончите вначале? Ну, типа, как бы 25-ки. Может, типа, десятка куча, так место. Да нихуя, блядь, у меня пит два раза сгорел. Ну ладно, давай 20 в центре танчить, несложно. Антипригарное закрытие завезите, пожалуйста. У него 3 минуты КД, блядь. Ну, обидно, блядь. Когда к следующему КД полутает уже все Т4 и все, блядь, разъебем просто эту десятку. Так, блядь, не так, все в Т4. Я без Т4, never без Т4, по-моему. И все. Ну, а самое смешное, что я ДПС еще до хера даю, учитывая, что я со сноубольдом стоял в миризоне всю первую фазу. Посмотри на рекаунт, где ты до хера ДПС даешь? Да, ты чуть выше меня. Да, а ты понимаешь, что я стоял в миризоне, я, точнее, вообще не бью. Дай на идеальном. А что, мы курим или что? Не-не-не, я запустил уже. Ты не запустил. А, нет, я не запустил. Блять, пиздец. Не, у нас Гера есть, как бы, надо что здесь курить-то. Ждуны стоим, ждем. Блять, нахуй собака сбилась. Говно, блядь, ненавижу этот пул. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Сам главное на первый не умереть, а все. Ну, второй, на третий тоже ждут. СС дали? Просто если увидите то, что череп справа от вас, убегайте влево. Если вы стоите справа, убегайте, ну, вправо. И то. 5, 4, 3, 2, 1. Коня выйдет? На хиле метку поставил, сбиваем. Перестака запрёшь? Больше звезду. Холи паладин. Спасибо. Опять нахуй палим. В пятых поле. Да, блять. Давай я заберу. А там уже больно хилить тебе становится. Где я Невер рука подбала? Эй, видео. Идеально, а что там стоишь? Кто там стоит? Пару. Под босса, Кару, ну, это чё, у нас сейчас опять комбат не спадёт. Босса доиграть, прилететь, к новым кину. Боб надо? А, тебе даже. Я сняли уже, ой, случайно. Это я на пул не туда дал. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2. Один. Беру. Урон. Посвечите. Стойте, еще не задувал. Да сам подойдешь, ты можешь. Два раза у нас скинулось. Да, вижу, хорошо.
Неправильно поворачиваешь, ходит опять. Стойте, стойте, стойте. Неправильно поворачиваешь, у нас опять вар откидывает. Ты должен, вар должен стоять там, где ты сейчас стоишь. Где ты раньше, точнее, танчил. Там слева у тебя будет. А он что-то не в той стороне стоял, к воротам. Потому что он спину стоит. Сова идер похлепала, да? Да, сейчас добьем, да. Все, свичнулись, милики. Там дочь и тикают. Ренжона, берите между собой. Я отдам, если что. Нормально, да, но... Давайте сейчас вот сюда уйдем назад, потому что сейчас лужа будет. Да, под альянса. Щит альянса у входа, который. Сейчас лужа не... А, лужа появилась. Все, где уходим это? Сюда, на ту сторону. Давайте по центру щит альянса. О, да, по центру альянса. Так, хилы разошлись. Не-не-не, на вас метку поставил, смотрите, чтобы вас не задуло двоих. Прохил, прохил, прохил. Отлично. Аспект. Дал, дал, дал. На мне. И отбежали, наверное. Надо хоть ради приличия будет один раз вайпнуться еще. Через это будете Кару? Блять, Кару как ты умер. Российское дыхание. Сокрушение АОЕшка. Понятно. Ну это под массакрой было. Там не успели поднять. Дерьмо вот тут. Нормально. Хорош зорки. Обещали. Я не вижу, где Кароль валяется там. А, да все, не надо, не надо. Не Берри? Отдельно, от идеального аспекта. Что за лаги, бля, когда у меня нахуй врезается, что за мразь? На ком не вижу. А от меня. Угу. Тут птица говно. Зорки, чё у тебя с ДПСом? Выгнал нас. Стеблять играть здесь у нас. Хорошо, как сбилось. Че? Что ты там кричишь? Все, не засвакались. Да тут даже если засвакали, уже убили. От зоркого отошли. Плечи, блядь! И дорас, блядь. И запястья, нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Распылить. Ну, нихуя. Можно плечи, пожалуйста? Да бери, бери. Даже нужно. Да, это нужно. Это бизнесову. А, драйнер. Ну, я понял. Ты выиграл, все равно. Фух. Но тебе можно с 25-ки помнить. Не, ну, можно, можно не курить, я думаю. Дом сильно надо. А я запустил уже. То у тебя такие есть? Давайте, уже? Давайте так. Мне, да, вот эти нужны. Так у тебя такие же.
Не, Авдей, тут не про это разговор, про курить, типа, если бы мы 50 на 50 шли, да, то бы надо Геру ждать. А прикиньте, мы сейчас 49 и пройдем вообще. Угу. Можем пройти. Это будет обида, блядь. Да, конечно. Да, ну, ребят, ну, камон, типа, ну, слакать. На самом деле, обида будет ненадолго. Да, понятно, я. Че, не уступишь? Там, вообще, на ручку. Они мне вообще нужны. То у тебя все-таки 45. Войда 32. Когда я закончу, появится... У тебя скорожаны. Угу. Готовьтесь к затмению! Не, они мне нужны, у меня с меткостью нету. Мне хуже становится, если я вот эти одеваю. Кстати... 10 секунд. А, нет, 12. Ты покорен мне, демон. 5, 4, 3, 2, 2. Ланглис, ты здесь стаки забираешь. Как можно быстрее. Шо с уроном? Понял. 600, 700 у меня птички идут. Аспект. Какой аспект? Ворота. Сыграли ворота. Беги, малышка, беги! Ой, очень, очень долго. По мобам сыграли тоже. Стаки, стаки, стаки. Надо хотя бы одну убить. Да, по мобам мы играем, играем, играем по мобам. Они сава дают хилам, когда големы вылетают. Беги, малышка, беги! Войд. Он уже выпишет. Я добью госпожу. Угу, хорошо. На центр обратно ставлю. Инфернал. Вулкан. Отдал прожимку. Крепочек инфернала поставил. Отойдите от них. Звезду поставил. РДД добейте. Угу. Миллизона пошел, добиваем. Быстрее. Крутиться начинает. Все отлично. Гарика поднять. Ух ты, блядь. Вот стаки. Если был бы не варшот, то бы. А что там, вообще хп чуть-чуть осталось? Да, там прям косарь хп остался. Ворота. Блять. Поставьте метку на одну там, побейте. Я себя прохилю. На черепочку давайте играем, играем, играем. Геру как откатиться будем давать, ну? Не-не-не, уже смысла нет, наверное. Корнес Аути сокры нет, и Увейда сокры нет, мы все отдали на прошлый пул. Может, все-таки дадим? Отканец. Ну да, чемпион. Потом дальше. На чемпов надо, Гера. Окей. Будем АФКшить тогда, если дадим. Ну давай без. Вулкан. Все вулканы вышли. Собьешь косты? Местечко есть? Тихо. Откинул. Абдисикс. Абдисикс. Залил горизонт.
на песке распокойно убивается. Пару шагов назад уйди. Угу. Корнес на арене не хит больше босса. И такие мулы. Грихт. Ух ты! Ух ты! Ух ты, сфера рыцаря. Два чертежа, шупало. И теперь ждет новый противник. Подлые собаки. Так, а я на запястье только на офспек. Если с роли отдам. Наверное, боссу нужны. Я так думаю. А, ну все, хорошо. Лёха Кобис злой. Литл, у нас... А, и куда ты, Литл? О, я думал 25-ка. 35-ка, ну ты хоть стрим посмотри. Я стрим глянул, я думал там 25 человек. А то что 10 человек? С математикой проблемы нет. Так, давайте под щит альянса пошли. Тотем уберите, стоят? Нет, стоят. Ложный выпад. Ой, наверное, давай 1000 точкам. У тебя же остался щит этот? Такой? Да, лежит в сумке твой щит. Все, отлично. А я тогда Ван Холика. Мощный щит. А что тебе прям 7 меткостей так и зарешают? Может, уступишь все-таки на руч? Не, я просто, короче, я переодеваю. У меня, видишь, этот зачарен по-разному. Одни у меня запястья на резист. У меня тоже такая тема. Да. Вот. Если я одеваю, у них нету меткости. И тогда у меня печально. Я ОПшками начинаю миссовать. Угу, спасибо. Ну тогда я тоже печальнее. 230 рыбы. Все, не души. Следующий раз. Так, а кому я еще не дал? Кара? Карнас тебе давал, я не помню уже. Карл, возьми этот бутылочку. Да, давал. Все. Невер. Угу. Что за? Попрыгунчик. Упирайтесь сюда, в решетку тогда. Так, а кому еще не дал? Дайте, пожалуйста, обмен мне. Значит, все. Да, все в решетку встали. Я пойду аккуратно под... Просто стойкой их собирать. Кто у нас там вообще есть? Тхамс. Ружка, бар с ДКшкой, ну да. Вы как-то по-другому делаете или что? Нет, ну, мне одежда остается со всеми или как? Тебе вот там вот где-нибудь. Короче, под первым щитом альянса примерно. Ну, на макс рейнже. Войд с самой правой стороны через первый щит РД обходит. И я подхожу в фрост-стойки, чтобы они на меня кто-нибудь один хотя бы пошел. Так. Хилы у нас, кто там? Хапау и Прист. Давайте, если что, контроль по Хапау будет давать Зоркий. По Присту у нас Кару. Гарик у нас будет, если Мили какой-нибудь к нам придет, играть этот... Руты давайте. Если Милика не будет, я могу мага подержать чуть-чуть. Нихуя-то Лангрис уже жесткий. Да, так у него и вепон есть красивый. Да, он уже что-то максимально быстро оделся. Псих. Потому что я старалась. Так, все готовы? Давайте по ТПМ ставлю. И трансмог 4, есть. 3, красава. 2, 1. Гудык уважаешь. Через пару дней уже дворов будет. Бронепод, ждите. Держись.
Да, никто не... Они все на него пошли. Да я вижу, никто не хочет, я уже даже... Ой, эти карнесы грипнули. Дерьмовый пол. Надо было щит оставлять ему. Ну, в этом дело. Там на карнесы. Ну, у нас минус 2, давайте падать. Без щита они на карнесы пойдут. Да. Чё, к вам никто мне, не может быть, бронепод не стоило пить. Конечно. А ты выбил бронепод? И еще ты фрост-стойку включил. Конечно, они на тебя бегут. Надо было наоборот выключать, чтобы они не убежали. Кислаки, ужас. Ну, уже не так обидно. Уже не обидно, да. Прям вообще ни капельки. Да, уже все. Вообще пох. А, мы ж пили бронепод, это во втором лете, когда там Мишка в танчо. Ой, ну танчо это все. Орда требует справедливости. Хавайте, рыбку стоит. Мы вызываем альянс на бой. Позволь нам встать на место твоих рыцарей, паладин. Мы покажем этим псам. Здесь, но ненадолго, пойдем дальше. Угу. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Не щадите никого, герой Орды! Локтар Рогар! Слава Альянсу! Блин, Корнес даже трансмог не делал, а выглядит как трансмог. Мне прям очень нравится. Какие-то прям сочетания охуенные. Первый раз, когда люди выглядят как уроды. Наверное, мне так же вам с правой стороны обходить, а мне здесь идти. Так, кто там по составу? Подожди, Войт, сколько у тебя броней? Там ретрик, вар и лок с собой. 17908. Чё-то как-то прям нормально. Вообще, на самом-то деле, от обычки игра не отличается в десятке. Можно просто вырываться и разъебывать лично. Нет, нельзя. Не-не-не, так ну, можно. Блядь, мы уже разъебывали. Давайте проверим. Да. Ты уже разъебал. Нам уже... всё равно терять нечего. До нуля попытки спустим, да? Да, ну, слушай, до нуля, Петя, да, ну так, давайте, Войд, обходи справа, Корнес, тоже туда же. Не страдайте хуйня, давайте закроем, мы уже разойдемся. А тебе еще один на всякий случай. У меня уже грустное настроение. Ты за плаща грустишь? Нет, я и за токена грущу, и за плаща грущу, и за пояс грущу, и за все хуйни грущу. Ну, токена мы еще ничего не потеряли. И за приги. А, из-за приги, ну да. Так, хорошо. Все в стеночку, в ворота, прям туда, вот, где портал, зашли. 4, 3, 2, 1. Сразу прожмись. Блад, стойку включи. Вот, ходи. Я в блад стойке, да. Сейчас пойду за тобой. Но тут два хила пока идет. Ничего никого не будет. Ничего никого не будет. Не, рано. Не-не-не, нормально, уже все. Герой сразу. Че, пока мы по воку, да? Советского, да, да. По воку играем, да. Да луна уже в лоу хпшная, давайте так. Через луну. Ой, да-да-да, в луну, в луну. Контроль только есть. Давайте что там собак забери, Кару. Сова. Какую сову? О, там был череп лоу хпшный. Опять. Кстати, есть все? А давайте череп там сову подняли. Я еще подержу. После этого сову... А, я понял. Там трапа срабатывает. Да. Не сработало. Я тоже, да.
Можно вот сову. Сову. Я сову, да. Снимите обновление, если угу. Дозорки даже не стараются. Я одну кнопку жду. Вообще охереть. Схуя ты все меня бьют? Ну ты просто больше всех активностей делаешь, блядь. Косты сбиваешь, блядь. Что это такое? А не выбрать у тебя цель твою. Ну чем мы можем там двоих бить из черного по руке? Давайте бить вара, вар страшнее, паладин говно. А, вар меня сразу фильнул. Там. А, это ритавы не наш. Там ордефикс ставил, значит. Нормально. Капли ему дал. Я поднял паладин. Хорошо. Что это паладин бабл сразу отдал, непонятно. А, на нем смерч был. О, дебил. Нашел, что, блядь, себя снимать. Смерч. Корнес, ты его осуждает? А че у него второй бабл? Разрешим ему бабл. Ой, слушай, босс, ну что это такое? Пары. ПВПшник. Корнес, ну ты понял, что слабая команда? Они по ночам переливаются, кого слушать. Тринка. Где тринка? Кинжал рыбачий. Кому-нибудь на мой кинжал надо? Слушай, я, короче, паролю, если, ну... Зорки, а тебе надо? А кару не надо? Ну, посох забрал лучше, типа. Ну, мне посох просто профитнее. Типа, у кара триггер. Кошла, давай, кому выпадет, тому выпадешь. Ну, не. Нет, в смысле кинжал. Ты будешь ролить, да, нет? Ну, у меня просто левой руки-то нет, у тебя она есть хоть. Включай ролик. Думай, как хочешь. А, ну, идеально. Идеально забрал ее. Все, блядь, все правильно. Подожди, ну идеального волонир скоро будет. Да, смысл. Пусть бегает. Ну, выкинет просто. Так все равно слышим, когда опять сюда придем. Ну, тут, кстати, да. Еще минимум 10 раз, потому что 10 плащей надо. Гори кто? Ну, так, пока нет, я запустил. А, здесь давайте, что мы будем делать? Давай я могу побегать, половить. Да, давай, ты тогда спек... А, у нас меткости нету тогда. Зачем, блядь? Невер. Не, у нас на Невер побегает. Да ёбаный в рот. У нас с одной стороны будет бегать Войд, с другой стороны будет бегать Невер, я это потанчусь. Я вообще не подготовлен, да, Сибров? ГП. Сейчас там. Не, никакие КП. Ой, я вместо обмена смотреть нажал. А чё этот донт меня не спонсирует, непонятно. Я, может, Фуркан успеет на своих не сорвать. А нет, нам просто не, я не буду бить. Нам здесь не умереть надо. Я танчу слева. Ой, танчу, блядь, сука. Ой, ебан. Собираю. Так, ладно, я, наверное, в кладе буду здесь. Дон, ты вообще никакой не взял? Да. Я пока меточки ставлю. Спасибо, что напомнил. Я золото взял, видели? Наверно, дашь на пол этой черненькой? Да, меня? да, конечно. А, Войд, иди с другой стороны танчи. И мне просто нужно, если что, этот, убежать в темную взять, а тебе этот... Тебе не страшно, ты еще прожмешься. Пять, четыре, три, два, один.
во имя короля Лича вы умрете. Пару истерию дал, так что если что, на него это свадьбу надо будет в ближайшем будущем. Предлагают? Переключить, да, не бьем. Бьем, просто. И такой промах на сбил коста. У меня из ПДшной кап меткости собран. Кастер. Это рофл был, это же Сирус. Тут можно, возможно, все. Нет, с темной стоим, все правильно. Блять. Успел. Карик, есть чем скинуть? Агро? Угу. Да, скинул в ноль. Просто я с черной бью все это время, не могу тебя сильно оторваться. Понимаю. Вы переключились? Белую, возьмите все белую. Что там, можно бежать? Да. Нет, да, да. Давайте побежим. Бля, такие крипы. Мы всегда хуёво перебегаем. Да. Потому что папа так нам бафается свет, нам... блять, и мы бежим. Нам не проки на ДПС надо, нам надо, чтобы во время перебежки рейд не умер. Нам мы бы убили тут пофигу. Тут 3 минуты персы нам. А чё мы умрём, если нам надо будет поменять то, что сферу, и всё, побежим, когда надо будет? Зорки, всё, чш. Нихуя себе, Грудак. Да, Грудак вообще хороший. Нихуя себе, Грудак. Хуеть, блин. Какая мага идёт, успех. Я думаю, можешь забрать на медведя. Можешь забрать на мишку. Ну, у нас, наверное, вар захочет его офсетом брать. Тебе нужен? А, подожди, у нас вар только что, по-моему, грудь утонул. Или нет? Да. Не, в варе берут перчатки офсета. А, там же два красных сокета, точно. Угу. Так тогда вот, ну тогда мишка. На офспике ролики. Не надо. Бля, пизду, я так часто умираю, что буду стоять. Мне? Вот такое? Не-не-не. Это неверу может быть. Не, я про то, что вот всегда хоть в десятках и 25, когда надо нас бафуется могущественный свет, блядь, мы всегда их перебегаем. Ой, кстати, Дон. На, забери. Кое-что обосрался немного где-то. На. Забыл написать. Нормально. Так, ну, а мы запустили, запустили. Хорошо бегал. Ну, блядь, лагает, я не могу. Такая шляпа, ужас. Ну, хотя не, мне не нужна она. Ты в последний момент уворачиваешься, так неудобно, типа. Возьми совы с РПБ нормально. Хорошо. Типа, когда мана заканчивается, ты же все равно в мелизону идешь бить. На синюю джагу. Чтобы посохом сильнее махать, как бы, ну, нормально. Я так локо... Одевал в РПБ, короче, вандой бил. Больше дамаг разгоняет. Мы выяснили, что зорки не дамажат. Че это за 15 тысяч? Потому что, блядь, на могущественном свете мы, блядь, перебегаем каждый раз. Блядь. Ну, слушай, все побежали на нем. Совы нормально, вот нормально. А мы Ануба в одного или я забыл? Да, в одного. В одного. У меня показывает 11 тысяч у зорков. 12, ладно, так уж и быть. Ну, тут сова в топ ворвалась просто. Да, ну, господи, вас сова вогнала. Осуждаю вас всех. То у меня это там все звездопад. Ну не надо, не. Ну, а у тебя почти такая молния. 658 звездопад нанес урон.
вообще не накрутил, да? Ни капельки. Нет. 15%, ну да, ты хера. Так плюс я ж не сначала бил, я ж не бил секунд 10. Меня интересует, слушай, я... а у тебя что? У тебя же молния цепная, на секундочку. А я не бью. Ну, я только силы второй бью. Даже бессмысленно. Почему? По ним увеличенный дамаг идет. Ты бы сейчас 11 тысяч бы выдал. Угу, угу, угу. 13 300 выдал у меня. О, у меня вот под светом, короче, по 61 тысячи криповал. Фу, Дон, что за ТПС? Смотрите, я Ханта погнал. Даже на Т4 не наклеивал. Да. Вообще ужас. Выпью-ка я тут на сапрот лучше. Выйду ночью в поле с конем. И с Корнесом на арену идем. Тут два топовых хила, тут сапрот вообще не надо пить. Только мы... Корнес 13,5 хпс. Корнесом идем. И Корнес мне болт сразу же дает. Да, звездопадом накрутил, да. Ну да, да, да. Прикинь, звездопад бы работал на отхил. Типа на каждого звезда лечащая падала бы. Кстати, прикольно было бы. Ну, по сути, это и есть эта последняя способность. Вообще-то. Нет, то обстакаловка, то не то. Скажите, чепси это тебе не буйный рост. То, что тут нет КД вообще на звездопад был бы вообще имба. Так. Все готовы? Хорошо, Невер, ты на этих. Я первый сам грипну. Я первый сам грипну, да. Пара запоминаю, черепочек ставлю, мы его заливаем. В эфир не черепочек. Его потом заливаем. Погоди-ка только одну секунду. Ну, в целом, я готов. Не-не-не, Кару, тебе туда нужно, я сюда ушел по другим вопросам. Тут тьма этого... Ой, лед поставьте. Так, господин Дон тоже пройдут. Ауру. Все хорошо. Скорее всего. И, наверное, сосредоточение. Давайте ДПМ поставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Где на пол, Невер? Я ничего, что я, блядь, сферы разбиваю? Зачем? Потом бы убил. Блядь, там фир, не черепочек, ребят, что такое? Я прожался по максимуму, сыграйте в них. Стан, который без метки. Хорошо. Начинай костные язычки кидать. На всех мобов. Сейчас повезло очень. Черепочек себе забираю другого контроля. Да. Я законтролил. Угу. Трап сейчас не наступит. Черепочек сыграйте, сейчас буду уводить босса. Блять. Что с мобом со вторым? Бьем. Надо его в уже завести. Стан. Хорош. Босс есть. Пошел. Босс закопался. Смотрим, кто там. Кто первый босс? Абди с Корнесом уходит. По мобам играем, не забываем сейчас это. Раны дал. Войд. Чё? Ага. Ты, блядь, вообще ебать странно. На тоненького. Вылез.
мобы вышли. Стан пока что заберу этого ближнего. Что мы с Питом? Он, блядь, плохо. Пропищу его на плюс. Да я тащу, нужно поставить. Второго. Так же в мобы играем. По боссу больше. Ближнего заберу. Когда закопается, знаете? Через 11 секунд, 10, 9. Все, я пошел отсюда. Следующего. Дайте стан ему. Стан. Фух. Готовимся, смотрим меточку. Сейчас закопался уже. Я убегаю. Но бопу нету. Бопа нету, нет, да. Дон, иди сюда. Вот здесь, сюда ферни. Ой, ферни. Я вот эту грипну. Угу. Пизда, блядь, ненавижу тут лаги. Заходи в ту метку. Заходи, зорки. А последнюю катить надо. Пять. Больно. Не сыплюсь, пришлось отдать. Карл. Я могу... Идите все на доску, могу скипнуть. У нас две уже. Я могу скипнуть, если хорошо. Хорошо, все в стеночку, в ледяную, в стенку ушли все. На донт на тебе. И в лужу. Беги в лужу. Давай в лужу, донт, в эту. А можно молдом скидывать? Все. А теперь остальные отошли. От этого, от стороны. Хорошо. Вылез. Все выкупано. Отлично. 6% босса сразу играем. Мелких надо залить. Ближайшего заберу. Кинул трапу. Блять, в спину бьет меня. Переход. Могу затаунить. Повару истерию дал. Нет, я забрал. Этого убиваем, потом контролим. Мой в трапе стоит. Все, держи его дальше в трапе. Ой, его кто сбил. Дайте забери. Заберу на себя. Нового поставишь трапу, на этого заливаем. Встать есть? Есть. Быстрее говори. Да, вставать, да. Вопроса больше. Невер, Мортал обязательно. Контроль, дайте черепочек. Да. Теперь нужен. Войд, от тебя. Без метки. Тогда на другого Войд. Вам же я дал по боссу, просто по боссу. Наверх поднимите. Бай-бай, пускай плюс. Будет несыплемость через 8. Будет проще. Знаете, мастера он на этот. Вы молодец. Дайте контроль сейчас. Сто тысяч. Бьем босса. Хорошо. А мы хороши. Посох. Две дырки. Можно мне посох две дырки? ГЦ. Слушайте, ребята, подскажите, пожалуйста, кто такой у нас в гильдии лог Лауренне? Как-то так. Новенький какой-то. Нахуй вы его взяли? А что такое? Вы бесполезный кусок говна. Лук. Так, мне нужны токены. Если никому не нужны, я бы их все себе 4 штуки забрал. А, Абдио, я тебе арбалет уступаю, если тебе нужен, мало ли. Зорки, что, уступишь мне? Да, подожди, Нейвер, не будь так уверен. У тебя меткости много. А там... Сейчас я тебе скажу, извини, просто для сурва. Я все это считал. И ВК-10, и ВК-10... Ну там ружье лучше, я знаю. Нет, он хуже, ружье лучше, да. Я знаю, что этот. Так, трофей кому-то нужен?
Спасибо. Я все, мне все 4 надо на анхолика. Давай, я тебе дам, у меня то один. Если вам не нужны, то дайте, не, пожалуйста. Не, не. Бери себе. Я не знаю, зачем я его занидал, но я просто ёбнутый. Когда отсюда топор выпадет? Я хочу топор. Never get this look. Так, кто? Подожди, подожди, сейчас подумаем. Так, а арбалет ты не брал, да? А, наверху лук-то нужен. Он... Мне, ну, да, мне лук сильнее апает. Он прям сильно, да, апает тебя. Да, он мне хорошо очень. Ну что, вход, заходите. Лук. И слушай, я тебе арбалет. Тебе что, арбалет не подходит разве? Ну там, конечно, бесполезная хоста. Ну да. Я знаю. Ну Дон, да. Дон, давай я тебе этот трофей, ты мне наручу. Не, у меня с 25-ки почему-то еще 2 трофея осталось. Я кому-то их обещал, и кто-то не взял. Угадайте, какая гнида первая в портал зашла? Так тебе надо или не надо? Так. Да не, у меня 4 есть, в принципе. 50. Но это запястье я тебе не отдам. Ну красава, чё. Подожди, слышишь, дрейнер, там вон сзади. Или тренигат. Ну туда идти надо, понимаешь? Не-не-не, пошли, стой, стой, не надо, убери, стоп, эскейп, все, пошли, я спригнал. Проводил. Меня забыли. Давай. Полезно. Вы в курсе? В курсе вам эта сова опять